Всем привет! С вами снова я, Елисей. Сегодня у нас вторая часть фотографий динозавры в городе. Чтобы динозавры никуда не убежали, мы сразу съездили и нафотографировали еще несколько динозавров в разных частях города. Вот что у меня получилось. На этой фотографии вы видите элосмозавра, который плавает по озеру. Это самая длинная шея древняя морская рептилия. Его шея могла достигать 8 метров. В ней насчитывалось до 70 позвонков. А это каудиптерикс забрался на камешек. У каудиптерикса были перья, но летать он не умел. Он забирался на деревья и кидался на свою добычу сверху. Как и в прошлый раз, мы увидели спинозавра и засняли его. Похоже, здесь он ловит рыбу. Он был даже крупнее тираннозавра и гигантозавра. А это аргентинозавр расположился на большой поляне. Конечно, ему нужна была большая поляна, чтобы расположиться ему там. Он был одним из самых крупных динозавров. Его длина до 33 метров. А рядом с ним гуляет тираннозавр. Интересный факт о тираннозавре. От тираннозавра не скроешься. Его зоркий глаз видит 13 раз лучше, чем глаз человека. Он бы мог заметить тебя даже на расстоянии 6 километров. Мы посмотрели в небо и увидели там рамфоринха. У него были очень большие глаза, как и у тираннозавра. Они обладали великолепным зрением. А это паразуэлаус зашел в гараж. Особенностью этого динозавра являлся огромный гребень на его голове. Он достигал 1 метра и 80 сантиметров в длину, почти человеческий рост. На этом все. Не знаю, получится ли у нас снять третью часть, ведь динозавры в городе — это очень редкое явление. А теперь пока-пока!